Баун трип какой-то. Лети! День один. Прежде чем вы отправитесь в путешествие, я хочу вас к нему подготовить. Что вы подумаете, проведите как бы я уже дошел. Сам по сенсорным экранам. Видимость у вас в том направлении, в котором вы ведете стилус. А, ты дуешь? Ну, по идее. Сначала немного потренируйтесь. Так можно разрушить некоторые мешающие вам предметы. А, можно тыкать, и тогда будешь создавать ударного. Касайтесь блоков, чтобы разрушить их с помощью ударной волны. Ты что делаешь? Вот так. Во время игры смотрите на экран телевизора, а в сложных местах на геймпад. Ну вот, теперь вы готовы к путешествию. Удачи. Я летаю на восьмой карте, я готов к путешествию. Удачи. Извините, что за хрень? Это игра, где можно бить баб. Ой, ой. Окей, надо по жопке надо давать. Вот шарики, шарики. Смотри, экран не свет подгружаться. Ох, щи! Что это значило? Что значило? Но... Наверное, расстояние как-то сохраняется. Так, я смотрю, на самом деле, больше на экран тупо. Там мимо вообще. Шарик лопнул, шарик лопнул! Я еще давай. Собирай быстрее шарики, быстрее. Чуваки, да вы что, совсем офигели? Как мне бить его? А, я, наверное... Потыкай на него, да, кстати? Вот сейчас, прям сейчас. А, у меня определенный радиус. Окей, я прошел. Пройдено 6 очков. Че, у меня 2 жизни будет теперь всегда? День вечер. Я как будто в маленькой пьесе участвую. А, окей, мне нужно успевать, иначе. Да, это напоминает, но, понимаешь. Это было еще в Кирби. Окей. Ну, это, по-моему, даже был и Докер. Что? Я не знаю, что значит, но... Чувак, по-моему... А, надо по шарику ему попасть. А, я его вздул. А чё? Я утонул. Говно. Может, пальцем лучше играть? Как-то пальцем удобнее чуточку. А! Хотя ты медленнее. Да, тут нужно деликатно подходить к вопросу. Ага. Да, это говно, это слишком сложно. Слушай, оно... Эти игры все становятся сложными очень быстро. Ты должен задротить их, чтобы понять смысл жизни. Где тут Метроид-то вот это? Метроид? Нет, это наоборот, это именно нинтендовская тема. Уничтожение врага, один игрок. Сражаться на земле. Я, кстати, не сражался на земле никогда. Я вообще метро никогда не видел, кроме... Блин, для того, чтобы играть на земле, нужен сраный пульт. Да. Они подставились. То есть лучше бы не играть. Да, я даже не смогу поиграть по-нормально. Видишь, тут только две игры есть. Земля, воздух, уничтожение. Тоже можно, видишь,
Ну, там именно, там нужны чат, да, и туда же нельзя играть одному, окей. Ладно, я по-быстрому покажу, как сражение в воздухе выглядит. Нет, вы там продавались, либо отдельно вот такой вот со стиком, либо отдельно со стрелками. Они отдельно продавались. Да, там эти джойстики, да. Но эта игра, она прикольная, но было бы круче, если бегать чуваком. Ну, в общем, я тут летаю, как бы, и мочусь. Последний знак. Ей. Последний сдох. Ну, этого весу. Да, если тут еще два Йома, я бы мог играть за чувака, который летает, а ты мог бы бегать, да. И было бы еще круче. Но они решили, что будем старомодными, все играют как бы одни. В комнате со своими друзьями, у них максимум 4 друга, поэтому. А на деле оказалось, что на деле у людей нету ни денег. Ни четырех друзей в реальной жизни. Все, и все, и как бы лоханулись. Ну стоп! Прям сейчас, его нет. Если он еще многие, то это не будет. Да сволочи! Те ракеты сраные, кто их пускает? Что за тварь? Вон те вот, говнюки вот. Это не те твари, это другие твари какие-то. Без разницы. Смотри, сколько тут бомбят. Беда вообще. Бомбермен. Он всех щелей, что ли, стреляет. Как ты эти глазки? Ну все, ну взрывайся, мать. Еще один. Все, он сейчас... Все! Слава богу, победа! Просто... О, боже мой, как он задолбал. Я вот игру прошел. Он такой, я обожрался. Здание выполнено, я мастер, напишите, что я мастер. Да, блин, что за жопа-то, ну? Ну, идите за своими ногами. Да. Теперь можно играть в выживание. Офигеть. А, это был 10-й. Ну как босс. В конце будет еще один босс. Да, ну... Ну, все, задница. Мы... 30 минут, ты знаешь, 30 минут. Сейчас идет все видео. Смотри, смотри. Сколько я накидал, сразу все прошу. Ну так вот, я говорю, сейчас идет все видео, 30 минут за это ты выбиваешь призы. Это шедевр. Давай. Самый верный способ проходить все эти. Как... Смотри, как надо выигрывать. Я понял. Ребят, давай. Это выигрышная тактика, я считаю. Да. Куда же ты пошла, дура-то? Куда же ты пошла-то? Нет. Да, я знал. Эта игра просто не может. Так просто. Так, значит, два. Success. Не такие, выйти. Постоянно. Сейчас смотри, сколько ты сможешь. Ох, ни хрена себе же. Что? What the fuck? Уютнее, да? Да. Ладно, все, на этом мы закончим.